Доброго времени суток, дорогой интернет-проект Faberlic Online. С вами Кононова Аня, элитные директора. И, конечно, хочется вам рассказать сейчас о новиночках каталога 11-2016 год, который будет действовать с 25.07 по 14.07. Каталожик очень классный. Подарки дарятся просто шикарные новичкам, да, это подарки доступны только зарегистрированным. И если сделать заказ, если вы ни разу не делали заказа с момента регистрации или еще не зарегистрированы, то вы можете получить два подарка, если сделаете и оплатите заказ по 14 августа. Эти два подарка вы будете забирать как раз таки в каталоге номер 12, а в каталоге номер 11 на все у нас с вами действует скидочка 20%. Итак, поговорим с вами о новинках. Я заказала, скоро будет обзор по вот этой вот одежде, по некоторым моделям, так как у меня две девочки, то я не смогла заказать еще что-то, да, но мне хочется обратить внимание на то, что цены тут очень символические, и это цены каталога, а по нашим скидкам это, конечно, 20% минусом. Скидки у нас шикарные, большие, да, для зарегистрированных, да, и получается, любая мама, зарегистрировавшись в... Любая мама школьника, которая зарегистрируется в каталоге в этом или еще ни разу не делала заказа с момента регистрации, просто приобретет эту же кофточку и получит добавок 20% скидку, да, к примеру, и получит набор по акции новичка, тушь и помаду, оттенок на выбор. Конечно, здорово, конечно, классно. Кофточки у нас идут, обратите внимание, с воротничком. Девочек осенью не продует. Очень много мам это хотела. Ну и скоро вот такой костюмчик придет нам. Да, вот такой нам костюмчик придет. Да, то есть будем с вами смотреть, выбирать, подбирать. Я думаю, вы сможете вместе с нами в следующем видео выбрать. Заказ придет буквально вот на днях. Я уже заказала новинки. Далее, самое классное, что мне понравилось, это, конечно, Божья коровка. Это такие красивые духи. На такой вот штучке они идут. Это подарочек юной моднице. Вот они так прицепляются. Так они открываются. Сюда пальчик макается. Аромат клубничка такая спелая, сочная, ягодка какая-то вот такая. Вот маленький наборчик, вот у меня племянница его уже просит. Я говорю, подожди, я сниму видео, обязательно тебе отдам. Это вообще вещь классная. Вот на нее нотация, если будет видно. Вот, и, конечно, еще что меня порадовало, это на лето у нас с вами появились такие вот носочки для экспресс-педикюра. Это быстрый эффект. Педикюр. Интенсивное увлажнение питает кожу ног. Естественное восстановление ногтевой пластины смягчает кожу ног и кутикулы. Содержит масло ши, гиалуроновая кислота и масло шиповника. Вот, значит, тут написано, как пользоваться этими носочками. Очень все даже подробно, очень все интересно на коробочке. Масочку мы держим 15-20 минут. И носочки рассчитаны на 1-2 использования при герметичном хранении. Рекомендуется использовать не менее 1 раза в неделю. То есть, конечно, здорово. Код 2148. И мы с вами сейчас откроем их и посмотрим, что же это такое. Что это за носочки? Очень влажненькие они у нас идут. Очень интересные. Вот так вот они разворачиваются. И вот такие две штучки носочков у нас с вами есть. Сейчас сделаю камеру подальше. Такие две штучки носочков. Да, они тут разъединяются, я так понимаю. И одеваются на ноги и закрепляются, потом затягиваются вот этой вот липкой пленочкой. И ваши ножки лечится. Лечится от трещин, от ран, от порезов. Становятся мягкими, приятными. Это, конечно, я так понимаю, мужская и женская нога войдет. Очень интересные носочки. А дальше, что меня еще порадовало, это, конечно,
ванночка для ног, для рук у нас есть ванночка, замечательные ванночки для рук, для ног, конечно, ванночки тоже не хватало, спасибо компании, много новинок, код 2133, аромат натурального шиповника, я бы вам сказала, такие вот капсулки, обратите внимание, такие вот они интересные, пахнет на самом деле очень вкусно, мне понравилось. Вот тут тоже идет нотация, как применять, что она делает, да, смягчает, успокаивает, подготавливает к последующим процедурам педикюра, расслабляет. Экстракт шиповника оказывает бактерицидное и витаминизирующее действие. Тоже, в принципе, здорово. Такая вот у нас классная новиночка. Далее из новинок мне хочется похвалить наш аромат Фэнтези. И вот как раз-таки вот этот парфюмерный гель для душа, который выпущен в пару к этому аромату, код 8328, я очень-очень ждала, потому что он достойный, аромат цитрусовый, аромат летний, классный, но он, конечно, не легкий, но он и, в принципе, не тяжелый, цветочно-цитрусовый. 150 мл, 8328, очень похож на основной аромат, вот именно вот аромат свежего цитруса, что-то такое бы я сказала. Далее, очень меня порадовали новинки, это питательный крем-гель для душа, идет увлажняющий, питательный и освежающий, да, они идут с молочными протеинами, эти гели для душа освежают мятой и молочными протеинами, то есть жарой можно, я так понимаю, мыться будет здорово, идут они не маленькая упаковочка, 250 мл, то есть они такие тяжеленькие, очень аккуратно таким вот образом ставятся. Внутри они, ну, обычные беленькие, прозрачные, да, то есть вот такие вот гельчики для душа можно так ставить, можно не ставить, да, то есть как вам удобно. Далее у нас идет укрепляющий лак для ногтей, вы знаете, он мне очень-очень понравился. Будем смотреть на результат, ну, вы знаете, да, он очень аккуратно ложится, приятно очень смотрится, симпатичный, на каток блестит, ухоженный. Это можно и под основу, под макияж, он выравнивает. Можно как самостоятельное средство, потому что накатки, они, видите, вот простой накаток и этот накаток, они, конечно, сразу преображаются. Это укреплялка для ногтей, она питает, делает ногти крепче. Вот, и, конечно, мне она очень-очень понравилась. Далее порадовала новиночка очень. Это мужская новинка. Для мужчин у нас продукции безумно мало. К нам присоединяется компания Флоранж. Скоро будут мужские трусики. Будут ремешки, я так понимаю, мужские. И будут футболочки всякие мужские. Да, с рукавчиком, без рукавчика. Я это очень жду, присоединение Флоранж. А пока новинка Эклат Спорт. Обалденный аромат, оригинальный, резкий. Обратите внимание, что эта туалетная вода идет 100 мл. У нас в этом каталоге гостил бриллиантовый директор Николай Андрейко. Приезжал ко мне на новоселье. И вы знаете, ему понравился этот аромат, и моему мужу этот аромат понравился. Как вы видите, тут как будто бы он не полный, но они его... Они им побрызгались мгновенно, сразу же, и вот поехали, когда Антон поехал Колю провожать, они именно этот аромат на себя наносили. Тоже классный, классный аромат. Освежитель для воздуха, спрей, как вы видите, тоже мы уже начали. Спрей понравился, на самом деле борется с запахами, держится он не сильно долго, но, знаете, к этому спрею очень легко привыкнуть. Если вы, допустим, будете им пользоваться в таком помещении, как туалет, то я сделала 5-6 пшиков, вы знаете, 2 дня этот аромат в туалете держался, в ванной тоже как бы держится. А если помещение большое, комната большая, то, конечно, я думаю, что нужно почаще его наносить, если вы хотите именно аромат на себе ощущать в комнате, да, то есть код 11231. Что мне в нем понравилось, он идет не только как спрей-освежитель воздуха, он убивает все наповал, он безопасен для меня, для моего ребенка, он большой, 345 мл, он очень легко наносится, вот тут вот есть такая штучка защита, да, то есть
он не нажмется, если вы не нажмете вот на эту кнопочку. Распыляется он очень, видите, прямо таким, как такой пылью, сильной очень. И, в принципе, аромат я бы не сказала, что прям спелого яблока, но что-то типа... И спелое яблоко присутствует, но есть как будто вот немножечко компотиком, но маленечко так вот, да, то есть не очень-то и именно не резко свежие фрукты, не резко свежая свежесть. Очень жду аромат от компании Faberlic. Очень бы хотела, чтобы компания Faberlic нам сделала какие-то приспособления, да, вот как в магазинах бывает, повесил куда-нибудь на стену, и оно, допустим, распыляет там раз в 3 часа. И, конечно, это было бы тоже здорово летом в жару, когда частицы пыли осаждаются, дышать становится легче, проще. Это, конечно, нам всем надо. Далее меня очень удивила вот эта вот тушь. Если честно, я подумала, что такая тушь, она не будет красить ресницы нормально, потому что, посмотрите, вот показать на белом, да, будет видно, не будет. Не получается, да, то есть вот она, у нее очень такие большие эти реснички, да, получаются с этой туши. Вы знаете, после первого, самого первого нанесения, конечно, резкого объема я не увидела, но я увидела подкручивание, сильное-сильное подкручивание. Реснички сразу такие стали, как бы, если сравнить глаз один, который была один раз проведена эта щеточка, да, по ресничкам, и другой глаз, то ресницы прямо открывают, это тоже открывает взгляд, взгляд становится выразительным, глаза становятся больше. Вот что-то типа этой вот тушь так вот будет у вас работать. Мне, конечно, это понравилось, потому что объем мне не нужен, хотя он тут есть, да, присутствует небольшой, но есть. А самое главное, мне нужно удлинение, потому что у меня все же густые, но короткие ресницы. И вот эта тушь, да, я ей буду пользоваться, она мне понравилась, никому ее не отдам. Обычно бывает, что если туши объемные, да, то на мои густые ресницы они ложатся не очень хорошо, потому что они и так густые. А удлинение я, конечно, сразу забираю себе. Следующий аромат – это, конечно, радость нашим малышкам. Это мои ручки самые душистые. Это у нас жидкое мыло для детей. Все, что мне в нем понравилось, это то, что оно на самом деле вкусно пахнет. Большой объем, 270 мл. Оно не сушит кожу ручек. Код 2326. Этим мылом я мою руки и сама, и мою руки ребенку. То есть аромат натуральный. Я бы так сказала, джем. Натуральный малиновый джем. Вот что-то такое. Не свежей малинкой пахнет, а именно джемом. Вот чем-то таким. Даже вот слюнки. Слюнки потекли. Наша мини-версия теперь... Шарман. Была эта водичка выпущена недавно, и на нее не было, конечно же, мини-версии аналога. Была только парфюмерная водичка создана, и сейчас вот кому полюбился этот аромат в новой мини-версии, можно заказать вот такой вот парфюмчик. Маленький да удаленький. Вкусно очень пахнет, цветочный, легкий, не приторный аромат, не резкий. Я бы не сказала даже, что он на любителя, потому что он такой, как вам даже выразиться, мне кажется, он подходит всем. Он никому не будет неприятен. Он такой легонький. Вот на лето, мне кажется, самое классное. И вот и новинки. Значит, код 3139 и 15 мл объем. Далее, что мне очень-очень понравилось, дорогая компания Faberlic, спасибо огромное разработчикам, я очень давно ждала, это крем для депиляции 2 в 1 плюс уход. Один флакончик я уже открыла, я его использовала. Вы знаете, что понравилось? Он не воняет так резко, как вот воняют вот эти вот средства из магазина. То есть он не противно пахнет. Это уже первый плюс. Во-вторых, после него не остается раздражение. Это надо, я так думаю, всем. Это практично, когда мы пользуемся кремом для депиляции. И... Ну, нет раздражения на лице. Я думаю, что это очень-очень важно. Поэтому он идет 2 в 1. Депиляция плюс уход. Он идет с алоэ вера. Легкий такой аромат. Не скажу, что свежий, но и не приторный. Знаете, как в магазинах неприятно пахнет. Потом, да, и идет, конечно, такая вот лопаточка.
Да, то есть намазали, потом убираете этой лопаточкой. Она не остренькая, вы не порежетесь. Идет пластмассовая. И код. Код у него 21-23. И вот тут даже написано, что более 15 минут на коже не держать. Ну, конечно, любой депилятор более 15 минут кожу раздражает. Это, конечно, факт. Я продержала минуты, наверное, 4. Начала убирать вот этой лопаточкой. У меня волосы не жесткие, да. Я пробовала на части тела для ног, да. То есть там самые такие жесткие волосы. Знаете, нормально. Потом я попробовала подмышками немножко. Не целиком, да, чуть-чуть посмотреть. Там, конечно, надо держать минут 6 подмышками. Потому что там волосы, конечно, грубее. Также мне досталось 4 купона за заказ по ВИПу, 50%. Я их буду тратить с 15 августа по 4 сентября. То есть в как раз таки сейчас вот буду их тратить. Да? Вам тоже всем такие купончики положены. Если взять пример Россию, то это купончики дают за 999 рублей по цене каталога, и можно, конечно, их тратить. Если вы продаете, то можете подарить своим вот как раз таки покупателям. Ну что ж, дорогие коллеги, это были все новинки. Вы знаете, я довольна новинками. В следующем каталоге будут леопардовые платья, будет бомба, будут футболки, будут женские леггинсы. Да, то есть компания не перестает нас удивлять, это здорово, это классно, это мощно. Спасибо компании за объединение с Флоранж, спасибо за новую красивую бижутерию, которую вы увидите в следующем каталоге. Это просто бомба, я постараюсь все заказать, если оно будет на складе, и, конечно, снять вам видео обзор. Ну, что могу сказать, ничего плохого компания не выпустила, все достойно внимания, и все, в принципе, вот, как даже сказать, все это было по сезону, да, то есть если у нас, мы летом ходим в шлепках, у нас ножки трескаются, то компания выпускает серию для ног, крема какие-то увлажняющие, питательные, да, гели для душа, то есть крем для депиляции, то есть компания выпускает все вовремя, и мне вообще нравится, что компания идет не только в ногу со временем, что наша компания не только современная, но она еще идет в ногу с сезоном и подготавливает. Вот как раз вот недавно на днях ножки уже начали сохнуть, потому что пару недель стоит жара, пяточки начали грубеть, потому что, да, все равно пяточки грубеют. И вот, пожалуйста, скорая помощь, маска для ног, крем для ног выпустили и выпустили ванночку для ног. Спасибо огромное дорогой компании Faberlic. С вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Растите, зарабатывайте, пользуйтесь с удовольствием нашей продукцией. Дешево не значит плохо. Дешево — это значит, что у компании есть собственный завод, который позволяет производить продукцию, не перекупать ее у других компаний. Поэтому у нас очень даже дешевая продукция получается, дешевле, чем в магазине. Это очень-очень приятно всем. Всем пока-пока!